вами познакомимся. Я хотел бы, во-первых, узнать, как вас зовут и что именно интересует в данной теме. То есть, может, у вас какой-то конкретный запрос. Поэтому начнем с вас. Что именно в этой теме заинтересовало? Заинтересовало то, что у меня очень часто периоды депрессии, дикая апатия, что я не понимаю, что делать. Когда я начала самолетом заниматься, я болею с апатитом, но называют периоды. Хорошо. У меня там просьба, чтобы мы сидели в кругу, давайте сделаем форму круга, чтобы мы не подпускали. Очень много разных теорий, часто они противоречат одной другой, какую из них брать для себя, какую
все вот эти поиски лежали, чтобы понять или принять свои языки. То есть от чего я думал. Чего-то я очень сильно боюсь, или от чего-то очень сильно убегаю. И это вот именно поэтому я пошел в эзотерику и все понять. Вот хотелось бы найти все-таки, понять, что конкретно, что мне сложнее всего понять. Вообще, знаете, все это нужно. Спасибо. Прислушайтесь к своему телу.
не видим, что всегда есть за этим человеком то существо, не знаю, Бог, абсолют жизни, кто во что верит, этот, что нам дается. Изначально, когда вы пришли на этот план Земли, то что происходит? Ваш дух выбрал свою программу по предназначению. То есть человек не рождается табула раса. Человек изначально рождается уже с программой. Но после того, как вы родились, есть программа, которую вносят в вашу матрицу родители. Мы знаем, да, родители говорят, иди в школу, становись инженером, или становись программистом, или еще кем-то. То есть они налаживают эту программу. Потом, в результате, вы идете в школу, в школе улица, одноклассники, они выдвигают какие-то требования, то есть то, к чему вы должны привыкнуть. И разумеется, их мнение, их норма тоже на вас влияет. Потом вы идете в университет, в университете вам тоже говорят, как нужно жить. И в результате от той программы, которую получает дух, когда он обращается на планете Земля, остается совсем немного. И что происходит? Вы начинаете страдать. Почему? Потому что вы выполняете программу родителей, программу социума, программу своих желаний, которые есть в голове. И если еще взять туда программу духа, и они идут в самых разных направлениях, о какой целостности можно говорить? То есть целостности нет. Поэтому принцип всего – это принцип приоритета. То есть, что для меня очень важно? Смотрите, мы всю жизнь проходим через стресс, мы всю жизнь проходим через конфликт. И в нашем социуме устроено так, когда нам хотят сделать какой-то стресс, что делают? Это завуалирует под праздник, какой-то праздник. Например, ребенок спокойно учился в детском садике, ему говорят, все, ты вырос, мы тебя поздравляем, ты идешь в школу. Одевают девочки банты, мальчику одевают белую рубашку, и он 11 лет будет сидеть за партой. Для ребенка это стресс. Ну что делать? Делают праздник. Следующий стресс, когда школа закончилась, выпускной вечер. Мы вас помним. Приходите всегда к нам в школу, мы вас никогда не забудем, но если вы возвращались в школу уже через год, то вас уже мало кто помнит. Потому что вас выпускают дальше. Следующие там стрессы – это там, свадьба, когда меняется окружение, когда меняются приоритеты, по которым живем. Потом работа, выход на пенсию. То есть каждый праздник – это определенный стресс. Для того, чтобы не было так мучительно горько. Мы в кругу сидим, пожалуйста. То есть, так вот, когда вы выполняете свою программу, это вашу жизнь входит дух, и он разрушает то, что вы соответственно будете создали. Женя, у нас в кругу мы сидим. Вот здесь есть. Да, тогда. То есть мы приходим и работаем с теми вещами, которые вам даны. Синдром Люцифера. Важно понять, что перекос знания на любовь всегда приводит к падению души. Любое знание, которое попало в вас, оно стремится реализоваться. То есть оно должно как-то расти. И любое знание – это как молоко. Вы им можете всегда воспользоваться, когда оно только свежее. Если вы эту информацию получили на уровне головы, но не проверили это на опыте, то что происходит? Вы непосредственно получаете информацию, не знаете. Например, я знаю столицу Брунея, Бандар Сери Бегалет. И может быть это не полезное знание, но это может быть, если я собираюсь выиграть Олимпиаду по географии. То есть очень понятно. Если же нет, то в противном случае это просто мои мозги носят какой-то хлам. Точно так же и мы. Любая информация, она должна быть востребована. И критерием любого знания является полезность. А полезность – это
тот момент, что делает меня более счастливым. То есть у каждого из нас есть свои приоритеты. И вот если вы расставите приоритеты, что для вас важно? То есть, например, я хочу реализовать свое предназначение. То есть это первый приоритет. Потом второй момент. Я хочу, чтобы мой гордились родители. Да? Или я хочу, чтобы быть успешным в материальном мире. То есть какие-то вещи вы должны расставить по приоритету. Потому что очень часто, когда человек гонится за внешними ярлыками, за деньгами, он теряет себя. То есть ни много, ни мало. И очень часто в социуме мы все боимся потерять лицо. Но в социуме никто не боится потерять почему-то свою душу. А именно она показывает, насколько человек будет счастливым или нет. Даже если взять тот момент, что по чакральной системе у нас первые три чакры – это животный мир, высшие три чакры – это божественный мир. И человеческая чакра – это всего лишь одна анаха. Живи по закону добра, а тело дано, чтобы действовать. И именно только на анахате чакры вы можете быть счастливым. Потому что перекос без разницы, то ли вы падаете на нижние чакры и занимаетесь там сексом, едая ворона, то есть это четыре основных момента, которые крутятся по трем чакрам, то ли вы начинаете видеть тонкие тела, ауры, можете лечить людей. Если у вас нет этого баланса, вы всегда будете более несчастными. Почему так происходит? Очень интересно. На самом деле знания или информация, они не дают счастья. Счастье дается только сияние собственной души. И если раньше считалось, что быть человеком – это уже достаточно, чтобы быть счастливым, то в современном мире что происходит? Человек – это уже сумма всех его достижений. Например, я психолог, у меня сертификат по таким-то вот направлениям, я инженер, я там то-то, то есть какие-то сертифицированные данные. И даже в моменте психологии, что происходит? Вы можете прийти и сказать, я сертифицированный гештальт, я там мастер по бодидинамике, я мастер там по трансперсональной психологии, показать тысячи разных дипломов. Эти дипломы стоят немалые деньги, но меняет жизнь человека душа. То есть вы не сможете прийти в никакую организацию и сказать, выдадите, пожалуйста, мне диплом, что у меня чистая душа. Но именно душа позволяет человеку трансформировать себя. Присаживайтесь. И важный момент, чтобы не происходило, помните этот приоритет, что тело, оно дано для того, чтобы мы могли хоть как-то развиваться в этом мире. Но самый главный ты – это душа. И даже такое понятие, как сос, save our souls, спасите наши души, не наши тела, а именно наши души. Разумеется, если с душой не все так гладко, то это будет видно именно по телу. Но всегда нужно вернуть немножко глубже, чтобы именно получить именно то зерно. Что именно делать? Почему у человека увеличиваются депрессии, когда он читает множество книг? Кто мне скажет? Вот у кого предположение? Потому что получается верхние чакры, да, например, души, да, это правильно, это один из пунктов. Да, смотрите, когда мы постоянно перекачиваем ментал, вот вся энергия идет в ментал. На физику просто не остается энергии. В результате ментал весь забит, все наши ресурсы, все наше внимание, чтобы это переработать, в результате у нас вялое состояние. То есть, да, есть такой момент. Еще. Еще. Мне кажется, что увеличиваются потребности, потому что это расширяет кругозор, больше вещей хочется, да, испытать, достаточно сильно. И что не может это удовлетворить, потому что развитие начинает хотеть невозможно вещей часто. Да, тоже.
важный момент, что за каждой книгой, вот как за телефоном стояла личность, так и за книгой стоит определенный эгрегор. И если вы сначала читаете там шаманские практики, потом психологию, потом ведическую платформу, потом еще что-то, эта книга всегда написана в рамках какого-то эгрегора, в рамках какого-то канала. Когда вы читаете эту книгу, с помощью своего внимания вы сонастраиваетесь с этим каналом, вы сонастраиваетесь с этим эгрегором. И вы даете ему внимание, внимание-энергия, он вам дает ресурс. Да, то есть я захотел, я сделал эту технику, попросил что-то, и у меня получилось. Это хорошо. Но если вы берете один эгрегор, потом взяли второй, то есть получается, вы уже подключены к другому эгрегору. И если они между собой конфликтующие, то в результате у человека происходит, просто срывает голову. Потому что два эгрегора в одном теле, они жить не смогут. Они будут именно конфликтовать. И все ресурсы внутренние человека будут уходить на то, чтобы как-то примириться. Потому что, смотрите, вы можете читать какую-то книжку и считаете, да, это правильно. Вот так действительно нужно жить. Вы потом берете вторую книгу, допустим, сначала читали там Веды, потом читаете какой-нибудь шаманист этот, и считаете, да, действительно, вот так нужно жить, как по этой книге. Но если вы возьмете и сравните, что написано в этих книгах, это будет абсолютно разное. И у человека происходит что? Именно зависание. И на вот это зависание уходит очень много энергии. Дело в том, что здесь нужно понять, как работает ум. Если вы когда-нибудь занимались медитациями или любыми практиками, которые с энергиями связаны, вы понимаете, что ум – это определенное инородное. Инородный имплантант в голове человека. Потому что он живет своей жизнью. Вы даже можете не замечать, а мысли постоянно будут крутиться. Так вот, этот ум все делит. Абсолютно все всегда будет делить. Он, если я сижу на каремате, то это не лавочка. Если это фотоаппарат, то это не видеокамера. Если это девушка, то это не мужчина. То есть он постоянно работает в этом режиме. То есть он работает с огромной именно скоростью. Но что происходит, когда мы в него пытаемся несколько разной информации просто затрамбовать, происходит зависание. Иногда это полезное зависание, иногда это не полезно. Например, девочка влюбилась, и ум говорит ей, что любовь – это хорошо, что любовь – это светлое, прекрасное чувство, оно дает то-то, то-то, то-то. И в уме она знает, да, любовь – это хорошо. Потом у девочки с мальчиком, ну, не сложилось, бывает. И она говорит, любовь – это плохо, любовь приносит боль, любовь дает страдания и обиды. И она пытается это запихнуть. Но в этой ячейке уже есть такое понимание, что любовь – это хорошо. И получается, у человека происходит зависание. Да? То есть он не может в одну ячейку поставить две разных программы. И тогда что человек делает? Он смотрит на окружение. И если в окружении у большинства людей, скажем так, в семейной жизни все не очень, он оставляет, что любовь – это плохо, она дает страдания, то-то, то-то. И человек на уровне подсознания, чтобы не испытывать эту боль, он понимает, больше никогда не влюбляться. Да? То есть он может влюбиться непосредственно от ума, но не от сердца. И у нас социум так направлен, что мы непосредственно всегда живем у себя в голове. Если кто-то из вас занимается йогой, то в йоге есть такое понятие, как чита вритта нирадха, то есть успокоение колебаний ума. Почему так важно? Если вы не сможете успокоить свой ум, то вы проживете свою жизнь именно жизнью ума, этих колебаний. То есть есть у вас хорошее настроение, все получается. Нет настроения, не хватает. Настроение – это состояние ума? Настроение – это состояние ума.
То есть настроение важно понять, как оно происходит, да? То есть, и вообще, то есть, как, с помощью чего мы подключаемся. Самый ценный фактор, который у нас есть, это внимание. Где ваше внимание, там и будет. Поэтому есть психология и психосоматика. Мы поговорили с больным органом, он получил любовь и перестал болеть. Если мы смотрим телевизор и там убивают, насилуют и так далее, и мы говорим, какой ужас, что это происходит, мы отдаем все равно свою энергию туда. Поэтому важный момент – оставлять свой ум чистым. Поэтому издревле считалось, что самое важное, что человек должен, это правильно войти в день и выйти в дня. Для этого он должен настроиться на день. Православие – это молитва. Да, что значит настроиться? Нас трое. Православие – это Отец, Сын и Дух Святой. Если брать Кастанеду, то это Нагвальта, Нальсила. Если брать Веды, Ягна-Прайд, это русские веды. Если брать индуистские веды, Бхагаван, Параматма и Брахман. Да? То есть какую бы философию ни взяли, и сделать этот принцип троичности. И когда я настроен, я эти три ипостаси собрал себя внутри. Когда я расстроился, эти ипостаси между собой начинают конфликтовать. Поэтому позитивное умонастроение – это то, что вы непосредственно можете выработать. То есть, если… Кто из вас считал Кастанеду? У Кастанеды очень интересный момент, что он рассказывает, что человек на самом деле имеет магическое происхождение. Но за счет того, что мы социально ориентированы, мы теряем. А мы теряем из-за того, что мы перестаем видеть и начинаем осуждать. То есть, когда мы просто смотрим, мы на смотри как бы расфокусированы. И у Кастанеды были такие практики, что он нужно было расфокусировать взгляд для этого. Смотришь по сторонам, взгляд расфокусируется, и считалось, что это единственный момент по остановке внутреннего диалога. То есть важный момент. Если я настроился, то будет все хорошо. Если нет, то будут определенные, скажем так, куда шло, туда и ехало. Да? И считается, что есть люди, которые играют в игры, а есть люди, которыми играет игра. Все в моменте осознанности. Так вот, давайте сделаем одно такое задание непосредственно для ума. Каждый из вас сейчас для себя назовет одно негативное качество, одно позитивное. Например, у меня позитивное качество надежда, а негативное, ну пускай это будет разочарование. Ну, каждый из вас. Возьмите, что для вас считается негативным, а что из вас считается позитивным. Основа внутреннего диалога – это есть новые настройки? Да. Чтобы ум прошел через точку ноль. Любое заикарение. Каждый взял. Да. А теперь возьмите и поменяйте. Так, вот, допустим, у меня была надежда и разочарование, что надежда станет у меня минусовой, а разочарование станет плюсовым, да, то есть поменяйте вектора. То есть, например, надежда осталась иллюзорной, а разочарование привело к новому росту. То есть возьмите теперь, интерпретируйте так, чтобы они поменялись местами. У всех получилось? То есть все зависит от того, как вы смотрите на ту или иную вещь. И есть один такой стишок: в одно окно смотрели двое, один увидел дрожь и грязь, другой действительно грязь, и смотрел на другое поле. В одно окно смотрели двое. Когда вы утром просыпаетесь и настраиваетесь, что сегодняшний день еще один подарок от Бога, то есть вы сделали какие-то ритуалы, включили туда свое сердце,
то изначально вы самую важную миссию сделали. И вы внутреннюю чистоту держите. Потом вечером вы все, что налетело на вас сверху, да, там мнения других людей, какие-то диагнозы, какие-то события, вы тоже отдали их Богу, помолились, все это сбросили и пошли спать в спокойном состоянии. Почему тот же самый Иисус говорил, вытирайте ноги, выходя из избы? То есть не входя в избу, а выходя из избы. Потому что очень часто мы идем к другу в хорошем настроении, он на тебя свое «Б», весь негатив, что правительство не то, жена не та, по телевизору что-то не то, и ты пришел к нему вроде бы со своим хорошим, а выходишь, у тебя вообще нет ни на что энергии. Почему? Потому что нужно уметь от того, что тебя не касается, именно сбрасывать лишние моменты. Если вы это можете спокойно сделать, то тогда вы можете держать внутреннюю целостность. Если вы занимаетесь йогой, то один из принципов йоги является сантоша. То есть это внутренняя удовлетворенность. То есть, что бы я ни делал, я всегда буду удовлетворен. И это, еще раз повторю, это момент настройки ума. Потому что ум всегда будет хотеть большего и большего. Например, у каждого из вас есть сейчас какой-то запрос. Кто-то из вас хотел бы выйти замуж, кто-то хотел бы получить новую работу, кто-то хотел бы получить квартиру, кто-то хотел помириться с мамой или с папой. То есть у каждого есть свой запрос. И очень часто мы этот негативный запрос выводим чуть ли не в рамки святыни. Но когда происходят какие-то вещи, эти запросы всегда будут меняться. Если у нас есть машина, мы захотим квартиру. Если у нас есть квартира, мы захотим еще квартиры, какую-нибудь дачу. Если у нас есть квартира и дача, мы захотим какую-то власть. И в результате мы можем захотеть именно остров. То есть здесь момент, потому что мозг всегда будет чего-то хотеть. Но если сейчас взять и вам кто-то закроет рот и нос буквально на минуту или на две минуты, единственное, что вы будете хотеть, просто дышать. И вы будете ценить именно воздух, потому что его вам не хватает. Так вот, задача человека, что он может перевести свое внимание не на те вещи, которых у него нет, а иногда эти вещи у него, ну, по судьбе никогда не получится. Да, у каждого из нас есть кармические замки, и завтра у меня будет тема синдром рода, то есть это то, с каким жизненным сценарием мы входим в жизнь, и что нам дают родители, и как с этим работать. И вот иногда, ну, было где-то раскулачивание, и у нас стоит этот блок, ну, и бессознательно, но мы не сможем иметь деньги. Так вот, всегда можно по-разному относиться. У меня нет денег, и я могу быть счастливым. А у кого-то деньги есть, он абсолютно несчастный, потому что он хочет иметь не только деньги, но и какую-то власть. Да? И мы знаем, что самый богатый человек не тот, который больше всего имеет, а тот, который меньше всего нуждается. И вот трудно перейти всегда со 100 рублей на рубль, а с рубля на 100 очень легко. И вот когда мы помним о каких-то вещах, мы иногда забываем о второстепенных вещах. А именно они иногда позволяют нам чувствовать именно радость в жизни. Не бежать, не спешить, а уловить красоту момента, который происходит именно здесь и сейчас. Вот, давайте сейчас сделаем одно небольшое упражнение. Все поднимаемся. На первый план прочитайте. Единички сделали шаг вперед. Еще один шаг вперед. Вот, хорошо. Двоечки подошли к паре. Да. Вы развернулись. Задача очень простая. Слушайте только меня.
Задача внутреннего круга – это очень важная задача, поэтому, пожалуйста, ее просьба не нарушать. То есть, что задача внутреннего круга? Просто стоять и слушать. Потому что в теле всегда есть определенный отзыв. Если вам нужно будет говорить, давать какой-то ответ, вы можете услышать для себя очень важное. То есть наличие симптома всегда имеет склонность к тому, что человек будет выздоравливать. Если симптома нет, то вот здесь уже есть определенные проблемы. Задача внутреннего круга – просто стоять и слушать. Ясно? Да. Задача внутреннего круга я немножечко скажу попозже. А сейчас просто возьмите человека за руки и настройтесь на него через глаза. Сейчас мы сделаем одну небольшую такую настройку, очень интересную практику. Что наружное круг? Наружное я потом расскажу. Сейчас он тоже молчит. Когда я сделаю хлопок, наружный круг, он перейдет по часовой стрелке. Ясно? Попытайтесь посмотреть человека именно как бы в его душу. Потому что лицо – это зеркало ума, а глаза – это зеркало души. Просто посмотрите. Переходим. Внешний круг переходит. Почасовой, да. Почасовой. Внешний круг переходит. Почасовой, да. Просто смотрим, налаживаем контакт через глаза и идем дальше. Никто ничего сейчас не должен говорить. Делаем просто сам-настройку. Ощущение внутрь себя. Переходим. Ощущение внутрь себя. Вспомним, что лицо – это зеркало ума, а глаза – это зеркало души. Поэтому наше общество не принято посмотреть друг другу в глаза, потому что можно видеть человека. Переходим.
Потому что с позиции ума мы всегда ласковы, а с позиции души мы все одинаковы. Переходим.
Делаем еще один телефон. Голова – это проблема именно как бы сверхконтроля. То есть поэтому, когда вы
какие-то вещи, что-то с вами происходит такое стрессовое, вы можете заметить, что в первую очередь у вас вылетает. Проблема современного человека, особенно западного, когда есть такой тест человека, когда рисуется человек, голова обычно очень большая, а тело даже не влазит в картинку. О чем это говорит? Если человек рисует свою голову намного больше, то в результате у него все проблемы именно в голове. Потому что мы привыкли считать, что есть тело, есть голова, но на Востоке никто так не считает. На Востоке считается тело. Все. У тела есть ноги, стопы, руки, голова. Это все цельное. У нас есть разделение. Это разделение на подсознательном уровне. И в результате вот эта склейка горла, 90% оно просто вылетает. Почему? Потому что голова живет своей жизнью, тело живет своей жизнью. Может быть, когда-нибудь они встретятся, а может и не встретятся. Поэтому очень важно работать с вот этой именно как бы периферией. Следующий важный момент. Два качества, которые мешают и которые жить, и которые помогают. Эти качества могут быть даже одинаковые. Например, доброта. С одной стороны, доброта человека может помогать ему жить, но с другой стороны, эта же доброта может человеку и мешать жить. И очень часто люди залипают на какой-то одной энергии. Но когда вы можете двойственные энергии держать в балансе, вы можете пройти намного дальше. Почему? Потому что когда вы считаете, я хочу быть для всех хорошим, поэтому я всем буду говорить комплименты. И поэтому, может быть, у меня есть друг, который или подружка, которая не вышла замуж, а я смотрю, ну, вещи у нее какие-то старые, и не следит она за собой. И я бы могла ей сказать, знаешь, там, солнце, выдели себе время и деньги на маникюр, на нормальную стрижку, пошли я с тобой, на, как бы, скажу, в магазин, мы выберем тебе нормальные вещи. Но мы думаем, а как же подумает об этом человек? Вдруг мы его обидим и так далее. И поэтому мы пытаемся быть добрыми, но с другой стороны абсолютно такими, скажем так, не помогающими. Просто мы хотим сохранить эту доброту как бы для себя. Другой человек иногда, который скажет, знаешь, пользуйся дезодорантом, а то от тебя воняет, невозможно подойти. Возможно, он и обидит человека. Но с другой стороны, он может обратить внимание человека на самого себя. И тот, если будет благодарен, он потом скажет спасибо, что это сказал ты мне, мой друг, а не какая-нибудь девушка, которая очень сильно нравится, которая сбегает. Потому что мы очень сильно не договариваем какие-то вещи. Еще важный фактор по говорению и по моменту слышания. Когда я говорю, я могу трансформировать эту энергию, этот мир. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все это было в начале. Поэтому вибрация слова – это та штука, которая, по сути, трансформирует жизнь человека. Если женщина не говорит, то есть подавляет себе эмоции в говорении, потому что, ну, не принято, да, кто-то обидится или еще что-то. Мы с вами в третьей лекции, мы будем синдром андрогина, мы будем рассматривать взаимоотношения мужчины и женщины. Так вот, мужчина в 9 раз менее эмоциональный, чем женщина. И если мужчина сдерживает эмоции, то, в принципе, это нормально. Но даже и для мужчины, ну, нужно иногда эти эмоции спускать. Единственная эмоция, которая позволительна в социуме, это гнев. И все. Так вот, одной из причин смертности и причины болезней в современной психологии выходит такой психотип, как нормальный мужчина. То есть, что происходит? Этот человек живет все в порядке, все хорошо, да, только на уровне ума. Все любые психосоматические расстройства просто забиты и закрыты. Ну, в течение 2 месяцев где-то у него начинает вылетать весь организм, и врачи не могут ничего именно сделать, и человек погибает. То есть это так называемый принцип нормального здорового именно мужчины. Так вот, этот принцип стоит в 3 направлениях на первом месте. Это
желудочно-кишечный тракт, это онкология и это непосредственно сердечно-сосудистые заболевания. Просто мужчина не высказывает иногда своих эмоций, потому что ему приятно. Это мы сказали за мужчину. Если это женщина, у которой эти эмоции в 9 раз сильнее, то что происходит? С одной стороны, она может эти эмоции сказать мужу, знаешь что, дорогой, вот ты надоел, прибей полочку, сделай то-то, то-то, то-то. Она может, конечно, своими эмоциями и разрушить мужчину. С другой стороны, если она не скажет, а проглотит эти эмоции, очень часто говорят, проглоти обиду, а если не глотается, если оно все это застряет, если оно не падает, у человека начинаются проблемы по щитовидке. Щитовидка очень связана с тазовой системой. Почему? Потому что женщина не проявляет эмоции, у нее возникает именно рак. То есть обида, которая идет внутрь и, по сути говоря, разрушает женщину изнутри. Потому что женщина – это существо эмоциональное. Женщина должна уметь эмоции выплескивать. Ну, разумеется, в разумном порядке. Мужчина, он должен работать логически. Это его сильная сторона. Он логически знает, как, что, где поступить. И тогда он именно растет. Но иногда ему нужно тоже выплескивать эмоции. Потому что если у нас физическое тело мужское, то следующее эфирное тело у нас будет женское. У женщин именно наоборот. И в психологии есть такое понятие, довел его Карл Густав Юнг, анима и анимус, внутренний и внешний мужчина, но это все будет на теме по взаимоотношениям. Поэтому вот здесь что мы учимся? Мы учимся, во-первых, слушать, что нам говорят. И если нам говорят, что ты классный, ты добрый, что ты великолепный, прекрасный, просто к этому относиться как к должным, с благодарностью. Если нам говорят, что ты обидчивый, что ты жадный или еще, это мнение человека, скорее всего, которого вы даже не знаете. Вы просто учитесь принимать. И при этом, что вы делаете? Вы можете сказать этому человеку во внешнем мире или сказать, я рассмотрю все это, что ты говоришь, и если действительно у меня это качество есть, я с ним поработаю. Если же нет, то это, скорее всего, всего лишь твои проекции. Потому что очень часто, когда мы сонастроены на человека, мы даем всегда нужную информацию. Эта нужная информация приходит не с головы, она приходит свыше. Очень интересный момент, что самые успешные менеджеры, которые есть, которые зарабатывают миллионы, чем они отличаются от просто богатых людей? Тем, что они могут принимать решения по любому поводу, даже если информации по объекте вообще нет, просто нет. То есть нужно принимать решение, заключать с этой фирмой сделку или нет. А в фирме никакой информации нет. И они принимают решение. Смотрите, у нас всегда работают два разных человека. Первый человек – это критик, это левое полушарие мозга, логика. Как, что сделать, вот вложить, получить такой-то процент. И эта логика позволяет нам быть на плаву в социуме. Правое полушарие, оно работает всегда с образами. И что происходит, когда человек привык работать на уровне логики, а здесь такое задание, когда человеку нужно говорить, а я не знаю этого человека, а что я ему скажу, а вдруг я его обижу. То есть ты начинаешь сам себя оправдывать, почему у тебя уже изначально не получится это упражнение. Изначально заведомый провальный путь. Если ты уже остался в состоянии замешательства, ну что-то нужно говорить, ты идешь внутрь себя. И когда ты идешь внутрь себя, приходят те слова, которые являются с канала, являются со Вселенной, являются сердцем, но не с головы. И это важный момент, потому что вы тогда можете улавливать этот канал, вы можете настраивать свой мир на все эти вещи. И
Даже если взять моменты по Аюрведе, у нас есть два канала, это стхула и сукшма канал, это камертонные каналы. Когда человек может настраиваться на вибрации мира, он может получать любую информацию, когда он захочет, просто входить в канал. Эти каналы у нас есть, но пока мы пытаемся жить, прожить в голове, у меня это не получится, то-то, 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 вот здесь и происходят определенные проблемы у нас. У нас всегда есть два пути. У нас есть голос сердца, у нас есть голос ума. И вот иногда нужно эту меру соблюдать, и тогда будет именно все хорошо. Но для этого нужно иногда идти внутрь себя. Если кто-то что-то слышит, какие-то откровения приходят, нужно уметь это выражать. Потому что если у вас это зародилось, а вы не сказали во внешний мир, будут проблемы по горлу. Если вам сказали что-то обидное, вы хотели бы что-то ответить, но не ответили, потому что вдруг пойдет суд, или обижают человека, и не смогли проработать обиду, проработать эмоцию, оно тоже застряет. И все эти блоки по телу не показывают. И наличие симптома изначально показывается, что есть склонность к исцелению. Но обычно что человек делает? Он выпивает таблеточку, чтобы убрать симптом. Рано или поздно эта психологическая проблема, она вылезет. Вообще неизвестно где. У меня будет тема, мне ее спрашивали, это смена жизненного сценария. Я буду давать на 45 дней расписанную программу, что именно делать. Этой темы не заявлено в товаре. Можно записаться на нее, она будет где-то в субботу на второй линейке, она будет стоить 50 гривен. Но это если вы пройдете все 4 лекции и почувствуете, что вы готовы для того, чтобы дома позаниматься. Не оставить все на уровне информации, а позаниматься с конкретной программой для трансформации себя, чтобы это молоко не скисло. Вы можете подойти и записаться, и тогда я именно как бы это дам. Потому что обмен энергиями – это то, что происходит в нашем мире. Заметьте, мы левая, через левую руку всегда энергия входит, через правую она всегда выходит. И вы, если хотите что-то получить, вы начинаете сначала это отдавать. И тогда вы будете открытой структурой. Вы будете речкой, которая течет. Если река перестает течь, она превращается в болото и загнивает. То же самое человек. Разумеется, все проблемы тянутся с детства. И все проблемы начинаются с шоковой травмы. И шоковая травма, что она делает? Она рвет связь с окружающим миром. Нам кажется, это моя боль, и никто меня не понимает. Смотрите, на планете Земля находится 5 миллиардов людей. И при этом такой феномен, как одиночество в толпе. Разве не странно? В нашем теле находится 7 миллиардов клеток, но все они подчинены одному общему процессу. И поэтому наше тело еще не рассыпалось. Поэтому нужно уметь ставить контакты с теми людьми, которые рядом. Важно понять также, что семья, она создается, во-первых, для отработки кармы, мы с вами поговорим об этом на взаимоотношениях. Но еще важный момент, что самый серьезный кармический спарринг-партнер – это ваш родственник. И когда вы пытаетесь нагнуть другого человека, то по принципу зеркала он нагинает именно вас. Поэтому важные моменты по принятию. Когда я могу принять человека, и потом могу полюбить. Да? Потому что на уровне ума мы все разные. Даже вот здесь, смотрите, кто-то блондинка, кто-то брюнетка, кто-то мужчина, кто-то в красной майке, кто-то в белой. Ум найдет тысячи причин, почему бы ему этот человек не нравится. Если я в плохом настроении, я найду к чему прикрасться. Если я держу хорошее настроение, держу состояние себя как души, которая проживает опыт в этом теле, что происходит? Вы тоже душа. Вы пришли получить сюда опыт. И поэтому я уважаю ваш внутренний путь. И это чувствуется. Это чувствуется невербально. Поэтому я говорю то, что вначале, несмотря на то, что некоторые люди получают множество сертификатов, но трансформацию дает только именно ваша душа.
И все эти внутренние инструменты, они будут задействованы именно вами. Другой человек, учитель, гуру, там, внешний, он может просто как бы направить вас. Обратитесь внутрь себя, потому что все религии, они говорят одно и то же. Все религии говорят одно и то же. Живи по закону любви. А тело дано, чтобы действовать. Очень красиво насчет этого сказано в Коране. В Коране говорится, когда вы умрете и придете ко мне, вы увидите, что Бог един. А множество религий я создал для того, чтобы люди соревновались в плохих делах. Но что происходит? Мы на уровне ума начинаем искать негативные тенденции в разных структурах. Всегда смотрим чужой огород, потому что свой не хотим подглядывать, не хотим заглядывать. Так вот, если вернуться к синдрому Люцифера и вернуться к четырем стадиям именно потери целостности. Первая потеря целостности происходит, такой первый фактор, не осуждай. Можете его записать. Почему? Когда я осуждаю, я травлю картину. Я выношу суждение, значит, я уже не могу видеть. И у Кастанеды говорится, как только вы перестанете судить, вы сможете видеть энергию, которая течет напрямую, не преломливая через фильтр собственного восприятия. Очень важный момент. Очень важный и интересный момент в Библии, когда Иисус Христос сказал, кто без греха, бросьте в нее камень. И никто не бросит. От Марии Магдалины. Но важно, что он сделал потом. И он сказал, я тебя не сужу тоже. Иди и не греши. То есть, если Сын Божий, по сути говоря, пришел в этот мир, как не судить, и то он сказал, я не сужу, иди не греши. Почему? Важный момент. Если вы судите человека, то вы на энергетическом уровне берете на себя его карму и отрабатываете ее так, как будто сами совершили этот поступок. Поэтому политики что-то украли, люди взяли эту карму и съели. Оно вам надо, что это не нужно. Абсолютно не нужно. Поэтому важный момент, да, то есть перестать дробить именно картинку. Перестать получать эти самскары. Например, вы можете идти по улице и видите, что там человек забивает ногами собаку. И у вас может сразу море эмоций, что за люди, что за твари живут в этом мире, как вообще такие люди рождаются, такая бедная оценка. Но если вы подойдете к этому человеку и спросите, уважаемый, почему вы убиваете собаку, он скажет, знаешь, она залезла в курятник и съела всех курей, а теперь скоро зима, а у меня пятеро детей, я вообще не знаю, как мы проживем эту зиму. И собачку сразу становится не так хорошо. Но вы поймите, что всегда есть те вещи, которые мы не сможем видеть. И чтобы понять, что с вами произошло плохое или хорошее, нужно всегда дожить до завтра. Дожить до завтра. Насчет этого есть очень интересная притча о крестьянине и о лошади. Все знают эту притчу? Да, у одного крестьянина была лошадь. И лошадь убежала. И в селении сразу все начали заметить этого крестьянина, что у него убежала лошадь. Но после того, как лошадь вернулась и привела с собой жеребца, ему начали все завидовать, вот как ему повезло, ему принесла судьба жеребца. Но после того, как его маленький ребенок катался на этом жеребце, упал и сломал себе ногу, это его снова все жалели, сказали, вот какое несчастье произошло, зачем этот жеребец был нужен. Но в скором времени в селении началась война, и всех юношей того селения собрали на войну, где они погибли. И все снова ему завидовали, потому что его хромого сына, который упал с лошади, не взяли на войну, он остался жить. Лишь крестьянин, он никогда не радовался и не печалился.
он понимал, чтобы понять, что с тобой произошло, плохое или хорошее, нужно дожить до завтра. Понимаете, какие-то вещи, они не конечны. Но если мы залипаем на этом негативном процессе, что вот нас обидели, вот нас не заметили, вот что-то еще как-то сложилось, мы этим самым эту воронку раскручиваем. На смене жизненного сценария я буду давать именно практики, это будут практики, как эту воронку раскручивать в другую сторону, если вы уже туда именно как-то попали. Поэтому важный момент, о чем говорится всегда во всех писаниях, не осуждают. Следующий момент – это то, что называется подмена мотивов. Очень тонкий момент – подмена мотивов. То есть… А можно вопрос? Да, конечно. А если я не буду судить, соответственно, я не буду делать каких-то выводов жизненных, как это было бы это опыт? Ага, вот так. Ну, вот так. Это, смотри, что для тебя слово «судить»? Давай спросим. Спросить, есть слово «судить» и слово «осуждать». Осуждать нельзя, но судить нужно ежедневно, ежеминутно. Смотри, можно сказать, этот человек для меня этот, сделал мне хорошо. С одной стороны, это будет суждение, с другой стороны, это может быть просто высказано. Все зависит от твоего эмоционального заряда. Если ты это понимаешь, ну как-то человек… Нет, я тебя понял, ты так сказал, что нельзя осуждать. Вообще нельзя. Нельзя осуждать. Ну как нельзя? Нет, так осудить можно или нет? Ну да, есть. Вот я же говорю, эмоциональный заряд. Вот, ну, давайте этот вопрос поднимем именно как на группе. Этот, чем, когда я осуждаю, то есть многие говорят, я никогда не осуждаю, если просто рассказываю, как кто поступил или как дела происходили. Да? То есть это не осуждаю. Давайте я поднимем вопрос, чем вообще то есть, осуждение от неосуждения отличается? А кто как думает? Ну, да. Допустим, ну, Путин ввел, повысил налоги на 20%. И когда я говорю, слушай, ты слышал, Путин повысил процентов на 20%. Это я просто говорю факт. А когда я говорю, Путин козел, повысил процентов на 20%. Я осудил. Подождите, это не осуждение, ты просто констатировал факт. Путин по факту козел, ну пойдем на Это же реально, ну это ты имеешь на этом реальный опыт. А спите, если бы ты сказал, Путин из-за этого козел, за то, что он сделал. Ну хорошо, он оказывается через 3 года или через 5 лет, что он сделал, потому что пришла информация, что на скоро начнется война. Или через другой посмотрим. Они пошли на оборону страны. Да, он поднял на 20%, за счет этого ты начал более серьезно относиться к своему бизнесу, стал более конкурентоспособным и вырос. Но ты же судил его, правильно? Нет эмоционального заряда. Когда ты осуждаешь, у тебя идет эмоция. Эмоция нересурсная. Вот что этот человек наделал. Когда я принимаю сахар, там сахар 15 гривен, ну хорошо, буду покупать тебе сахар по 15 гривен, а не по 10. Придется больше зарабатывать. Принимаю как факт, безэмоционально. Вот это тогда не суждение. А можно вопрос? А факт, допустим, меня 5 раз затопил соседство. Но я не сужу, не судимо буду, и я мило очень принимаю эту ситуацию, но по факту надо же потребовать ремонт или заменить. Я же не сужу и не сужу, чтобы подожди. Не ты? Я тогда все понимаю, что скажешь, что мне так выгодно. Смотри, в чем тогда урок, в чем тогда кармический корабль? То есть, почему важно человеку было говорить, и то, что помогает, и то, что решает. Я хочу быть для этого соседа хорошим. Поэтому я как бы боюсь проходить стрессовую ситуацию. То есть вылетает маникюра и вылетает горло, и шутка, что-то нужно говорить. Поэтому жизнь заставляет тебя все-таки взять, что-то именно сказать. Но если ты будешь дома сидеть и всем рассказывать об этом соседе, какой он г, тебя постоянно затапливает, то тебе нужно пойти и сказать, знаешь, уважаемый, еще раз затопишь, вот мне ремонт, выходят такие-то вот деньги, пожалуйста, заплати. Иначе я подаю в инстанцию. Без эмоций, без каких-то агрессий, просто объясни ему факт. Это вылезло в 2000 там, гривен. Я хотела купить велосипед, теперь я хожу без велосипеда. Поэтому у меня нет настроения. Да? То есть
почтальон печень. Да почему я был такой злой? Потому что у меня велосипеда нет. А теперь шляпу украли, он сейчас вообще убивает, конечно, да? Поэтому важный момент все-таки именно идти в зону, где ты можешь договориться, но без суждения. Ты просто отстаиваешь свою личную территорию. Иначе есть люди, которые на тебе как сядут и будут есть. То есть потому что для всех должна быть добра. Как сорока пила бога. Тому дала, тому дала, тому дала, а тому не дала, и в результате тот начинает. Да. Логически, что да, это не есть гуд, что да, человек может быть плохо, но просто не реагировать чересчур на это. Да, я эту тему раскручивать не буду, эта тема будет одной из самых последних. Я просто именно очень коротко скажу. То есть обсуждение немножечко потом прекратится, чтобы я успел все сказать. У нас еще осталось 37 минут. Что общий смысл? Есть такое понятие, как карма, есть такое понятие, как отложенная карма. На Руси говорилось, пришла беда, отворяй ворота. Если я сумел поблагодарить и трансформировать через себя, и дать туда позитивный заряд, то значит я урок прошел. И значит мне не нужно будет его повторять. Если же я в этом застрял, затопили, там, мужа выгнали с работы, дети себя не ведут, я эту воронку раскручиваю, 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 и по принципу магнетизма я все еще больше и больше на себя. Поэтому важный момент именно выйти. То есть, разумеется, любую жизненную ситуацию нужно рассматривать. А вот все-таки, ты же, Дмитрий, в одном месте сказано «Око за око, зуб за зуб», в другом месте сказали «У нарядной правочки посадили». Чем пользоваться? Чем пользоваться? Кто скажет? Тем, что, чем вам комфортно. Вот как вам чувствуете, если хорошо? Очень важный момент. Да? То есть, кто читал Библию, заметили, что там два абсолютно разных трактата. Око за око, это закон кармы, зуб за зуб. Когда пришел Иисус, он сказал, я даю вам нынче новый закон, закон любви. Старые законы отменяются. Если я смотрю по своей руке, если я составляю свою астрологическую карту и вижу, что у меня кармические замки стоят там-то, 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 то я именно как рыба в воде, я не смогу выйти. Я могу просто выйти на новую реальность. И поэтому Иисус и говорил, если вы вас ударили по одной щеке, к вам уже что-то пришло по карме. Что такое карма? Карма – это следствие прошлого и причина будущего. Немножечко больше, чем причинно-следственная связь. То есть ко мне что-то пришло, и как я на это отреагировал, я или дам новый виток, или этот виток поставлю здесь. Поэтому Иисус говорил, если вас ударили по правой щеке, и вы это приняли, по второй щеке вас никто не ударит. В буддизме есть такая притча, когда монах ушел молиться в горы, и непосредственно он вернулся и увидел там вора. Вор зашел, а там нечего было брать. Он снял с себя последнюю свою рясу, ему отдал, потому что он знал, если пришел человек, то значит какой-то долг неразделения он остался. Поэтому здесь важный момент, насколько вы можете принимать то, что дается в моей жизни. Если вам интересно, можете подойти, поговорить насчет этого потом. Сейчас я просто продолжу именно тему, чтобы ее именно как бы успеть. Просто потом. А у меня вопрос есть, не есть, исходя из видео, уже знаете, что я помню, не знаю. Хорошо, следующий момент, да, то есть подмена мотива. То есть люди очень часто говорят, я хороший, я развиваюсь, да, то есть, например, мы очень часто получили новую информацию, и мы хотим прийти домой и рассказать, как другим людям нужно жить для нашего счастья. Когда ты такой, я тебя не люблю, а вот так себя веди, и это будет хорошо. Хорошо для кого? Для меня.
То есть очень часто у человека происходит подмена мотивов. Он не хочет себя абсолютно трансформировать, он собирает себе эту информацию, у него вид так называемого знающего. Это идет иногда на показ, помним притчу Библия ныне в России, да, то есть вещи, которые на показ. Если я сыроед, то я как раз именно буду приходить со своей капустой на день рождения, есть эту капусту и осуждать всех тех, которые едят эти тортики, да, то есть именно... Нет, погоди, ты опять немножко ущемляешь, только я замолчаю. Но если я сыроед, понимаю, что реально есть вальбик еще вредно, но я это демонстративно делаю, то ведь я делаю вывод, что это реально вредно. Я должен не делать вывод, что вредно? Это вредно, это, ну... А я тоже сыроедческий больше. Тут надо что-то осуждать, если я скажу, допустим, сыроедческий, что есть вареную пищу, ну, вареную капусту, ну, не особо понятно. Смотря как ты скажешь. Если ты скажешь, что я не сбить с позиции. Так я же не говорил. Надо делать все выводы без предвзятого отношения, без личного отношения к этому действию. Ты этого не уточнил, и, ну, понятно, что ты не понял. Ну, я так не понял. Я лично не понял, пару лет назад. Хорошо. А Спайсер тоже как-то задает этот вопрос. Да, извините, вопрос. Да, вот здесь вот интересно. Хорошо, если у кого-то есть вопрос, просто поднимите руку, чтобы не дробили, не налезли. Хорошо? Да. Вот. Следующий момент – это возвышение эго или чувство собственной важности. Очень интересный момент. Смотрите, сейчас все телевидение, оно стоит просто на чувстве собственной важности и на личной истории. Кастанеда говорил, вы должны стереть личную историю и чувство собственной важности. Почему? Потому что это те вещи, которыми вами управляют, с помощью этих ваших управляют. Если ты добрый, если ты помогаешь всем, тогда помогай и мне. Да? То есть если ты кормишь всех, покорми и меня. Да? То есть сорока голова. Всем дала, а мне не дала, значит уже именно как бы плохая. Поэтому чувство собственной важности – это то, что считается человеку нужно именно растоптать. Иначе оно приведет именно к гордыне. То есть гордыня. Нет. Все вопросы где-то в конце. Да, записывайте вопросы непосредственно на конце. Я 10 минут оставлю до конца на лекции, и вы зададите эти вопросы. Именно гордыня. То есть чувство собственной важности. Меня обидели. Да, то есть я ставлю себя в центр мира, и, разумеется, тогда все другие люди, они служат для того, чтобы вертеться вокруг моего эгоцентризма. И тогда я рассматриваю людей, или они мне полезны, или они мне не полезны. Да? То есть именно такой потребительский именно подход. Когда я рассматриваю себя как душу и понимаю, что другой человек такая же душа, и что мы с ним строим доверительные отношения в равной степени, то есть 50 именно как-то на 50, то здесь и происходит именно момент по трансформации, что я могу отказаться от собственного эго и пойти куда-то дальше, пойти внутрь себя. Потому что то, что вы найдете внутри себя, вы не найдете нигде в мире. Это самое прекрасное путешествие, там те законы, которые еще не написаны. И когда вы эти законы узнаете, вы понимаете, какие вещи действуют на вас, а какие вещи на вас не действуют. Мне нравится одна такая история. Один араб проходил в пустыню, и его укусила гремучая змея. И она тотчас же скончалась в конвульсиях. Это был второй случай в жизни этого человека. Абсолютно аналогично. Та же самая группа крови, что и у всех людей, никаких отклонений нет, но когда его кусают змеи, они почему-то погибают. Если вы идете внутрь себя, вы будете находить очень тонкие законы, которые действуют только на вас. Если же нет, вы будете просто именно собирать ярлычки, абсолютно именно ярлычки, которые в стрессовой ситуации вам не помогут. То есть важно именно намерение, почему я вот именно действую. Именно намерение, оно определяет конечную цель. Если я занимаюсь йогой, и при этом у меня нет намерения, то в результате этого я закачиваю себя энергией. И эта энергия будет во мне поднимать как и негативные качества, так и позитивные. Если я выбрасываю мусор и считаю, что у меня увеличивается запас доброты в теле и в душе, это будет намного больше. Если я предпринимаю какое-то действие, важно понять внутренний мотив, почему я это принимаю.
Если я сыроед, я к этому пришел, что я хочу следительно принципу ахимса, или же, может быть, это просто какой-то модное для меня иначечение, чтобы доказать мне советом, что это не так. То есть важно именно внутреннее зерно. Вот внутреннее зерно вам никто не расскажет, только расскажете именно вы сами. И вот искренность – это как раз то зерно, которое вам позволяет именно прорастить именно себя. То есть именно искренность. Почему я так поступаю? Иногда, когда я кому-то говорю «да», мне человек говорит: «вынеси мусор, помоги мне донести сумки» и так далее. Я думаю, я же вроде бы добрый психолог, позитивный, и тащу эти сумки, надрываюсь. А потом думаю, ты хотел мне таскать эти сумки, да? Очень важно, чтобы когда вы говорите «да», вы говорили и себе «да». А иногда мы хотим казаться хорошими, нам говорят, угости яблочком, а это мое последнее яблоко, и я, блин, ну где ж ты взялся, да? То есть я начинаю уже не от чистого сердца, но меня воспитали, что нужно делиться. И вот важный момент, когда я говорю другим «да», я должен и себе говорить «да». И то же самое, если я говорю другим «нет», я себе тоже говорю «нет». Иначе происходит, что я, на мне ездят, у меня чувство неудовлетворения растет все больше, больше, больше. В результате, что получается, полный разврат. Так вот, очень интересные выводы. Испанские ученые доказали, что в теле человека просто вплетены в код ДНК все 7 смертных грехов. И они сказали, что нету никакого шанса вообще от них спастись. Они есть в ходе ДНК. Поэтому можно грешить, да, наслаждаться. И тогда вопрос, как можно попасть в рай, если 6 из 7 смертных грехов – это мои кровь. Наверное, никак. Поэтому важный момент, что мы можем или идти по пути, который хочет наша душа, или непосредственно обслуживать свое эго. Так вот, да, если брать о чем они говорят, то есть первый смертный грех, это какой у нас, кто помнит? Нет, это 10 заповедей. Да, вот первый момент это 7 смертных грехов, это уныние. Почему относится уныние к смертным грехам, кто знает? Да, очень коротко. Смотрите, человек, почему важно иметь любую цель, без разницы, какая у вас цель. Даже если вы хотите 80 лет просто пробежать какой-нибудь марафон, этого достаточно. Пускай эта цель глупая, но достаточно, чтобы вы нормально работали и существовали в этом мире. Почему? Наличие цели поднимает энергию вверх и запускает эффект омоложения клеток. Если у меня нет цели, у меня уныние, депрессия, вся энергия идет вниз и запускает эффект распада клеток в результате рака, старения и куча болезней. Поэтому уныние является одной из 7 смертных грехов. Вожделение. То, что сейчас секс. Сколько можешь получить секса, столько и получай. То есть это нормально. Очень часто люди, которые имеют заниженную самооценку, пытаются эту самооценку поднять за счет окружающих людей. На меня хотят, на меня плюют, вот я так поднимаю свою самооценку. Иногда я сплю, не сплю, иногда не сплю, но важный факт, что ко мне притягиваются такие люди, очень часто приходят на индивидуальную консультацию, говорят, я хочу хорошую семью, но почему-то на меня плюют лишь мужчины, которые нужен только именно секс. Почему? Низкая самооценка занижена, ей нужно где-то брать одобрение в свой адрес. И поэтому на бессознательном уровне она и притягивает таких людей, а потом именно ошивает. То есть это колесо, которое будет именно вертеться постоянно. Дальше. Гнев. Гнев. Я чего-то не получил. Да? То есть у меня есть планы получить это. Но если мир тебе не готов, тогда никогда это не даст. И разумеется, иногда лучше что-то не получить. И в Библии сказано, будьте осторожны со своими желаниями. То есть для чего гнев? Гнев – это быстрый насильственный способ устранения преграды. Не получить внутренний урок, а убрать с глаз, чтобы не видеть этого. И как Гюстав Юнг, он сказал, когда войдет коллективная бессмертность,
сознательно, что человек оправдает любые свои поступки, чтобы заглядывать себе в душу. И поэтому мы находим врагов, а тех людей, которые пытаются нам что-то сказать, что-то доказать или объяснить, мы можем на них выливать именно непосредственно гнев. Жадность. Почему? Жадный человек – это не только тот, который не может делиться. Делиться можно и энергетически. Если человек не любит моментами обнимать или говорить комплименты, или не готов принимать комплименты, или не готов приходить в гости. Почему? То есть это закрытая энергия. Он думает, ага, меня приглашают в гости. Если я приду в гости, это по принципу приличия, мне тоже нужно будет позвать этих людей, а я не хочу. Да? То есть все рассматривается через эту призму. То есть это фильтр. Например, те люди, которые имеют деньги, они думают, а со мной там девушка или этот парень, может из-за денег начинают какие-то подозрения. А может друзья просто ко мне приходят, а меня не уважают, а просто приходят, чтобы на халяву чаек попить. Да, то есть и вот начинаются именно такие моменты. Следующий момент – зависть. Зависть считается, что у соседа всегда трава зеленее. То есть, когда мы смотрим постоянно вокруг, мы всегда ищем, что там где-то лучше. То есть, я не принимаю свое. В природе вы этого нигде не найдете. Ромашка довольна то, что она ромашка, роза довольна то, что она роза. Впрочем, роза никогда не хочет быть ромашкой. Только человек всегда хочет на кого-то быть похож. Да? Очень часто мы создаем какого-то кумира, иногда в реальности, иногда в своей голове. Что значит кумир? Слово «к» – умир, то есть «к» – умиранию. Потому что я не открываю себе свою божественную природу, свое предназначение, а пытаюсь копировать. Но эти копии очень хорошим обычно никогда не приводят. Следующий момент – гордость. Это тот, как раз именно момент по синдрому Люцифера. Это то, чем болеют эзотерики, болеют психологи, болеют священнослужители. Перекос знания над любовью всегда приводит к падению души. Все должно быть в балансе. Как мы не можем ходить постоянно направо и налево, левое, правое. Точно так же и любое знание, это должна быть теория, практика. Чтобы информация перешла на уровень знания, на уровень опыта. Если вы посмотрели фильм по айкидо, это не значит, что если на вас нападут на улице, это фильм вам поможет. Но если вы вот позанимались в спортзале, то, что вам объясняли, то, что вам показывали, вот это уже может вам помочь. То есть любая информация, она должна приходить как раз именно в знания, в опыт человека. Вот и все эти так называемые грехи, они тащат человека. И человеку очень тяжело как бы именно удержаться. И святой отличается от обычного человека не тем, что он делает, а тем, что он как раз именно не делает. Да? То есть, потому что очень часто мы осознанно совершаем неправильные поступки. Знаем, что семья развалится, но все равно изменим. Собирались мы есть сладкое после 6, но сегодня мне испортили настроение, в этом виноваты на работе, в этом виноваты окружающие, поэтому вот я съем, пускай вам будет хуже. То есть мы всегда находим в себе какие-то оправдания и идем по этому пути. Важный момент – возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Важный момент. Никто не виноват, что у вас не складывается жизнь. Возьмите ответственность за себя, перестаньте бегать, искать. Бог не тот, правительство не то, религия не та, начальник не тот, жена или муж не тот попался, запрещаться. Возьмите ответственность за свою жизнь. Потому что в конечном итоге к нам приходит именно тот человек, который нам нужен. Если у вас внутренней боли очень много, и вы хотите ее прорабатывать, то, скорее всего, вы выйдете замуж за человека, который будет вас любить. Он таким образом будет вытягивать вашу внутреннюю боль во внешний план. Поэтому лучше пройти какие-то
практики, выбрать какое-то философское течение, смотреть, что внутри меня отзывается, потому что в буддизме насчет этого сказано. Когда вы придете ко мне с разных сторон, я буду вас ждать на перекрестке. Это сказал именно Будда. И также он сказал, что свеча, которая зажигается тысячи свечей, ничего не теряет. Поэтому важный момент, путей очень много. Истина одна. Выбирайте то, что подходит именно вам, то, что отзывается именно в сердце, а не то, что вроде бы как бы модно. У Оша тоже насчет этого есть хорошая фраза. Я буду вас водить вокруг горы, пока вы сами не найдете путь наверх. Потому что когда вы проходите путь другого человека, вы можете пройти не свой путь. Это важный момент. Поэтому нужно смотреть всегда внутрь себя. А для этого нужно быть достаточно искренним, чтобы именно как бы заглядывать. И последний момент, который является потерей целостности, это завершение процесса. Как только человек решил, что я все понял, что я все знаю, я на этом тренинге уже был, я эту книгу уже читал. Вот все, можно считать, что он сразу начинает падать вниз. Потому что в жизни нет состояния равновесия. Вдох, выдох. Вот есть маленький промежуток, но вообще как бы нет. И вы можете двигаться всегда в двух направлениях. Или вперед, или назад. Очень часто мы делаем один шаг вперед, два назад, потом два шага вперед, один назад. Иногда на точке. Если человек, который обладает видением, вот видение, то, что вы можете смотреть дальше, потому что фестиваль закончится, здесь люди более радужны. Это, ну, потом вернетесь в свою среду. Эту среду надо будет перестраивать. Но перестраивать, начиная от себя. То есть вне зависимости от сложившейся ситуации, быть счастливым. И тогда вот, будет проявляться ваша квалификация на человека. Насколько вот, внутренняя удовлетворенность, насколько вы сможете именно сдавать экзамен. Потому что жизнь – это школа. И можно просидеть на последней парте, но экзамен рано или поздно все равно придется сдавать. Один человек придет весной в сад и скажет: вообще нет ни яблок, нет ни вишен, нет ни абрикос, ничего нет. А второй человек придет и скажет: будет богатый урожай. Ну, боже. Потому что он видит, да, что яблочки начали завязываться, абрикоски цветут, у него есть видение. Насчет этого есть одна очень такая интересная метафора, насчет улитки. Когда улитка ползет, не подлетает воробей и спрашивает: улитка, улитка, ты куда ползешь? Ну, да, вишнями. Говорит: ты что, дурак, какие вишни? Сейчас зима, нет вишни. Она говорит: когда я доползу, лишний путь. Вот важно уметь придерживаться цели, даже когда зима, вот именно ползти к своей вишне. А это как раз именно позволит именно момент именно по видению. Разумеется, есть ряд тех факторов, которые у нас заложены изначально, наши драйвы, наша психоматрица. И мы завтра по роду будем рассматривать все эти моменты, которые влияют на нашу именно судьбу. Потому что, как говорил человек, который основал именно расстановки, кто был на расстановке? Вот. Все, что вы навсегда исключили со своего мира, навсегда заблокировали. Все, что вы приняли в свой мир, трансформировалось в этот ресурс. Завтра мы посмотрим, вот, как вы можете работать с родовой энергией. Потом у меня будет тема по взаимоотношениям. Мужчина и женщина, как работает энергия, как принимать и отдыхать, почему большинство людей расстаются в течение 3 лет, основные ошибки сексологов, что такое феромонная зависимость, стадии любви, которая проходит. Также любовь, она всегда возникает на одной из 7 чакр, как протестировать себя, на каком чакре я сошелся с человеком. И последняя тема у нас, это будет как раз уроки гениальности. Это левое и правое полушарие мозга, то есть это
эта тема специально для того, чтобы немножечко расшатать ваш ум и задействовать именно правое полушарие. То есть та сущность, которая в нас спит, чтобы она непосредственно пробудилась. И те люди, которые захотят, и я вам в этот же день буду давать смену жизненного сценария, именно программу, которая позволит именно дома работать конкретно с чем-то каждый день нужно будет делить 15-20 минут, эта лекция будет стоить где-то 50 минут. Это то, что я буду не рассказывать. Каким образом что? Я тебе буду давать определенную, а ты будешь смотреть, как типа. Разумеется, можно это в индивидуальной работе. Да, но именно как бы в группе я буду давать базу, а ты будешь уже на себя именно как бы накладывать, какие вещи на меня работают, а какие вещи нет. У нас остается 7 минут, давайте вопрос. Вот так хорошо, что интересно, что вы достроили, это просто... Вот что она запомнила, что сильнее, когда сходить не так. Вносите предоплату 300 гривен и
вы уже можете иметь такой список. И также